Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.ну. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 28. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений и дополнить их, учитывая закономерность, которая используется в составлении этих числовых выражений. Итак, 60 минус 50 равно 10, 10 плюс 3 равно 13. Семьдесят плюс минус 50 равно 20. 20 плюс 4 равно 24. 4. Теперь давайте посмотрим, что происходит с первым числом. 60, 70 уменьшается на 10. Значит, следующее число у нас будет 80. Минус 50 у нас так и остается. Плюс так и остается. 3, 4 увеличивается на 1. Следующее будет 5. Итак, следующий пример. 80 минус 50 и плюс 5. 80 минус 50 – это 30, и плюс 5 – 35. 14 минус 8 равно 6, и 6 плюс 6 равно 12. 13 минус 7 равно 6, и 6 плюс 5 равно 11. 5. Давайте посмотрим. Первое число у нас 14, 13 уменьшается на 1, будет 12. Минус у нас остается 8, 7, 6. Уменьшаем на 1, плюс так оставляем. 6, 5. Уменьшаем на 1, 4. Итак, у нас будет следующий пример. 12 минус 6 плюс 4. 12 минус 6 – это 6, и 6 плюс 4 – 10. 11 минус 9 равно 2, 2 плюс 8 равно 10. 11 минус 8 равно 3, 3 плюс 7 равно 10. 5. Давайте посмотрим. У нас первое число 11 мы вот так оставляем. 9, 8, уменьшаем на 1 еще 7. 8, 7, уменьшаем еще на 1, 6. И так получается 11 минус 7 плюс 6. 11 минус 7 – 4, и 4 плюс 6 получается также 10. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.